И так будем травить крысу. Так, и так видим, вот картошка поедена, сука. Сюда траву. Блин, даже не знаю как. Там она точно была. Сюда траву. Сюда траву. Работать обязательно в перчатках. И будем двумя разными травами. Зерновая и обычная. Так. Вот зерновая. Так. Желательно картошку не осыпать. Так. Так. Где-то еще что-то должна быть крышка. Ну, или сюда насыпем. Сюда. Остается, что есть. Это я уже пробовал. Очень хорошая, но они дохнут недели через две или через неделю. По одной капсуле тоже надо раскидать везде. В разных местах появления. Так. Здесь. Вот, сучка, орешки щелкает. Сюда. На угол. Очень часто по углам появляется. Так. На этот угол. И куда-нибудь еще. Ну вот сюда. Все, посмотрим через недельку результат. Так, а крышечки есть еще, интересно. Ну ладно, сюда насыпем. Возьмем эту крышку. И насыпем вот сюда. Все. Так, ну будем ждать результатов. Если что, напишу под видео комментарий, что как прошло. Через сколько они умерли. Так что такие вот дела. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал.